Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад, неделя с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем, что подскажут карты. У нас сегодня колода 78 дверей, это метафорические, по сути, карты. И ключевое значение – это дверь. Открыта или закрыта, и какой ключ подобрать. Вот давайте мы с вами узнаем, что на неделе, какие двери будут открыты, какие возможности к вам придут. Я вам очень благодарна, мои дорогие близнецы, за ваши отклики, отзывы, добрые слова, пожелания. Столько приятных комментариев. Я просто... голова кружится. Это мое вдохновение. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо за вашу душевность, доброту. Мне искренне очень приятно знать, что вам нравятся мои видео. Ну, давайте будем узнавать, что ж на эту неделю с 4 по 10. Вообще планетарно. Венера. Планета удовольствий, планета финансов будет в Скорпионе. Это время, когда мы можем совершить важные разговоры, глубокие разговоры, проговорить то, что было где-то в наших мыслях, в сомнениях. А здесь вот в спокойной такой форме мы можем это озвучить и увидеть, как человек, что он нам скажет. И какая-то правда, какая-то истина проясняется. И самое главное, все это способствует доверию, улучшению отношений. Для кого-то, увы, Венера в Скорпионе как проиграется возможность заработка. А для кого-то как страсть, страстная любовь, новая алхимия любви, новые грани чувственности. И так тоже может быть. Вообще, в целом, личная жизнь до конца года у нас сейчас задача номер раз. Итак, что в приоритете для вас, близнецы, на неделю с 4 по 10? Если это что важно знать, то это у нас чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Давайте узнаем. А что скрыто? Может быть, вы не придаете чему-то значения. Или кто-то что-то скрывает. Давайте узнаем. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, как складываться будут ваши дела. Посмотрим денежную энергию на этой неделе. И личная жизнь. Итак, что же у вас самое главное? Показан человек, который камнем не то закрывает грот, не то он его открывает. Вот где-то, видимо, знаете, в целом анализировать ваше окружение. Вам может захотеться, в принципе, словно причесать это самое окружение или кардинально его изменить. Может быть, как стиль общения, как окружить себя более надежными людьми. Вот надежность этот момент проходит именно по этой колоде, потому что не случайно человек закрывает этот грот. Не для всех туда приглашение. И вы можете анализировать какие-то отношения, каждую личность вот в отдельности. Может быть, вы столкнетесь с тем, что словно людям от вас что-то нужно, вас пытаются приобщить к труду, к работе, к выполнению каких-то, ну, может быть, обязанностей или еще чего-то. И вы будете на своей волне. И эта карта говорит правильно, потому что держись позиции стороннего наблюдателя с теми, которые тебя пытаются во что-то втянуть, вовлечь, потому что как будто что-то важное в вашей жизни сейчас на повестке дня. И как раз уделять внимание тому, что вы хотите продвинуть, развить, что для вашей души, что для вашего сердца, что для вас имеет именно значение. Может быть, как и душевное, так и где-то материальное. Все-таки по этой карте какой-то материализм проходит. Но, может быть, и придется с кем-то нейтральную позицию занимать, чтобы... ну, если не обострить какие-то отношения, это тоже до конца года будет важно. Мы ведь не можем некоторых людей исключить из нашей жизни. Общение все равно продолжится. Но, значит, противостояние это тоже не должно быть. В других колодах Таро – это карта соревнования. И всегда один совет – держись позиции стороннего наблюдателя. Как будто сил у вас и средств парировать, отвечать, включаться в какие-то вопросы у вас достаточно. А вот вопрос целесообразности, а надо ли мне в этом участвовать, или хочу ли я вообще вот этого, вот какие-то такие вы будете для себя решать. Неожиданности. Знаете, что-то может стать на паузу, и вы, ну, так немножко
задумаетесь, может быть, о какой-то теме, или это будет касаться взаимоотношений. У нас показана карта четверка мечей, и на ней дверь. Она закрыта, но она как будто не интересует этого человека, который проходит мимо. Он выглядит как слепой, именно выглядит как слепой. Если мы вот эту трость откинем, ну, нам предстанет перед нашим взором человек, который просто в черных темных очках проходит мимо. Вот и все. Он хорошо сложен, он не похож на слепого. У него уверенная поступь, хорошо развитый плечевой пояс. Ему как будто нужно продемонстрировать, что да, я в теме, я в курсе, я здесь мимо как будто проходил, вроде бы как знаю, но его трость даже не направлена в сторону двери. Он не собирается туда входить. Вот и для вас как будто правда будет та ситуация, вам, может быть, что-то предложат или будут преподносить какой-то вау-проект или как вау-проект, может быть и так. Или просто даже никто ничего не преподносит, а что-то предлагается или из разряда прежних каких-то обязанностей или какого-то труда, каких-то задач, чего угодно. Вы можете профильтровать вот это все и принять к собственному решению, что вы от чего-то хотите отказаться. Вообще по этой карте четверка мечей. Мы приводим мысли в порядок. Другой разговор или другая тема, пусть не совсем с этой колодой связанная, это вопросы иногда проходят нашего здоровья. Может быть, предыдущий как раз период был достаточно напряженный, и из-за усталости буквально недомогание нас может уложить в постель, как будто вот приводить мысли в порядок или успокоиться словно. Могут проиграться вопросы здоровья, правда, потому что сейчас такой эпидемиологический период, когда ну, мы более подвержены простуде. Поэтому это в неожиданностях. Берегите себя, мои дорогие близнецы. И когда мы уставшие, иммунитет, правда, падает. И сопротивляемость в целом вот всем этим вирусным заболеваниям, она такая тоже у нас. Мы становимся сами по себе более восприимчивы к вирусам. Поэтому собой не рискуйте. Где-то, если вы возьмете паузу и не будете вкалывать, мои дорогие близнецы, я вам прямо скажу, вам это пойдет определенно на пользу. Как будто вот как этот человек мимо проходит. Поэтому, если можно не работать, не работайте. Или, по крайней мере, не включайтесь в какую-то многозадачность. Вы люди быстрые. Вы быстро умеете анализировать, поэтому почему бы... И вы откликаетесь всегда. Вы ж не создаете штампов. Иногда бывает, знаете, все отказались, а близнецы, вы согласитесь в чем-то участвовать. И кто-то, зная вот эту вашу такую добрую способность откликаться, может как-то приобщать или попытаться вас к чему-то склонить, вполне вероятно. Поэтому в неожиданностях вы, правда, можете от чего-то отказаться, как будто я в курсе, но нет, я с этим повременю. Чему сейчас не время или что может помешать? Туз жезлов – это возможности. У нас показан маг-волшебник, и хоть дверь закрыта, он как будто кот знает взмах рук, и дверь будет открыта. Вы знаете, как открыть эту дверь? Для вас нет ничего невозможного, правда? Но, видимо, окончательное решение, окончательный вердикт. Или кому-то сказать с точкой «да», а может быть и «нет». Пока еще не на этой неделе. Не торопитесь, правда, с вынесением окончательных заключений или вердиктов. Как будто этому не время. У вас ресурсное время, это да. Но делать что-либо, вот когда, знаете, мы словно точки над «и» расставляем. В эту неделю, наверное, еще преждевременно. Хотя сама по себе карта говорит о возможностях. Или вот как раз с учетом четверки мечей. Когда вы собственную ресурсность должны применить на благо самому себе, на благо собственному счастью, а не растиражировать себя на, может быть, и помощь кому-то, или участие в каких-то многосложных проектах, или в какой-то многозадачности, правда. Вот это будет важно. Все-таки впереди первая карта у нас семерка жезлов. И если мы говорим карта соревнований, поэтому много людей, много информации может быть вот на этой неделе с 4 по 10 декабря. И отнюдь не во все дела или чужие проблемы, как будто есть смысл включаться. Что же будет помогать? Но здесь и про любовь, и про доверие, про отношения, которые
знаете, такие душевные, теплые, искренние, с теми людьми, которых мы знаем, с теми людьми, которые нас воспринимают такими, какие мы есть, ценят нас вот за такие качества, и с которыми нам хорошо, и людям хорошо с нами. Одним словом, полная идиллия. Вот это все помогает, как и личная жизнь, в которой все сбалансировано, и вот все вот эти качества, вот все эти чувства, вам как будто будет хотеться, и жизнь наполняет новым вдохновением. Может быть, уделить внимание личной жизни, мои дорогие близнецы, вместо того, чтобы уделить внимание какой-то работе или множеству каких-то дел, которые вас могут словно обесточить. Или, знаете, бывает такое, когда мы уставшие, нам ничего уже не хочется. Вот определенно до такого состояния себя доводить не нужно. Как помогает личная жизнь, любовь, может быть, отношения в паре с близкими, с детьми, с внуками общение. Ну, все, что, знаете, проходит по этой карте с контекстом искренность. И также для кого-то может означать, если была какая-то ваша личная любовная история, иногда говорят, пусть не в этой колоде, в других, это карта прошлого, какие-то отношения, может быть, у кого-то на расстоянии, или это те люди, которых мы давно не видели, не слышали, они словно могут воскреснуть в нашей жизни, правда? Тут еще до конца года нам сюрпризы будут преподносить Юпитер и Уран, которые находятся в знаке Телец, а Телец управляется Венерой как раз. И они в ретродвижении, эти две планеты, и как будто какая-то история из прошлого, она тянется, и мы должны правильно расставить приоритеты. Но для вас, мои дорогие близнецы, это радость, это счастье, это добро, это новое качество жизни, по крайней мере, это все помогает и где-то проходит по этой карте. Что скрыто? Вам придется словно принимать окончательное решение. Это туз мечей, я называю выход из лабиринта. И вот эта карта очень красноречиво так показывает, что правда, мы могли словно блуждать, долго обдумывать какой-то свой проект или какую-то тему, может быть, по работе, по заработкам или по личной жизни. И, скорее всего, тут никто ничего не скрывает. Может быть, отчасти и вы ждете, когда кто-то примет решение. Но все же тут и вы принимаете решение, мои дорогие близнецы. И, видимо, когда вы себе с точкой скажете, это не то, что вы кому-то даже объявляете, хотя, вероятно, и так. Но, видимо, на этой неделе для себя самого или для себя самой разобраться, чего же я хочу, с кем я, может быть, хочу быть в отношениях, или каким образом я вижу дальнейшую свою трудовую деятельность, каким образом я буду зарабатывать деньги, или вот это самое окружение. Разные могут быть вопросы, но когда туз мечей выпадает, это то решение, которое однозначное, которое уже двойственности какой-то не предусматривает. И после этого, знаете, как словно гора с плеч. Для нас что-то очевидно, понятно, откровенно, на чистоту становится. И нам отвечают взаимностью. Вот все-таки какая-то личная история у вас определенно будет на повестке дня более актуальна, чем вопросы, может быть, работы, финансов или в целом отношения в социуме. Дела, работа, бизнес. Ну, король пентаклей. И правда, по королю пентаклей иногда проходят и супруги тоже. Хотя больше кубковые карты считаются, карты двора, как раз которые в отношениях в паре говорят. Но пентаклей, король, он таков, что он все контролирует. Может быть, это ваша такая будет энергетика, когда, с одной стороны, и у меня есть четкий план действий, и я знаю, чего я хочу, и точно знаю, чего я не хочу. И по этой карте, когда сбываются наши мечты именно благодаря тому, что мы планируем правильно, благодаря тому, что мы что-то рассчитали правильно, вы, мои дорогие близнецы, и тут сразу в этой карте как и финансовое благополучие, как и контроль, как и прочное положение, так и на последующий период какой-то прогресс. И у вас на дела, работу, бизнес. Тут все сразу. Все сферы как будто жизни у вас и сбалансированы, и это как будто правильно. И где-то семерка жезлов, если мы говорили, ну, может быть, вы будете причесывать свое окружение, кому открыть этот грот, а кому закрыть. И вот правда, по королю пентаклей, когда
Все у вас под контролем, и вы четко понимаете, какие мои намерения и какие мои цели. И это для вас где-то перекликается с тузом мечей, добавляет как и уверенности, так и правильной вашей позиции, которая в последующем будет только усиливаться. Вот что-то вы такое себе можете окончательно для себя решить. Финансы, хотя нам уже про финансы сказали. Рыцарь мечей. Может быть, вот этот самый грот от кого-то вы будете закрывать, потому что как минимум один человек по рыцарю мечей, да, вот красноречивая карта, как будто кентавр могучий пытается пробить вот эту брешь, да, или ворота, врата тут целые. С одной стороны, карта говорит, если это мы, вот как в позиции этого кентавра, не факт, пробьем мы эти врата, а вот то, что откроется перед нашим взором, не факт, что нас порадует. С другой стороны, мы можем столкнуться с таким человеком, который очень настойчиво нас к чему-то призывает или рассказывает про какой-то, ну, сумасшедший какой-то прибыльный проект. Не спешите включаться в какие-то дела, вопросы, об этом нам говорят карты. Не спешите в целом тратить деньги, мои дорогие близнецы, есть такой момент. Вот, наверное, как этот король, посмотрите, открыл он свой сейф, посчитал, посмотрел, сейчас закроет и скажет, ну и хорошо. Вот где-то так вот у вас по одной карте, с учетом вот этого рыцаря мечей, вам и говорят, вот такую сильную позицию вам нужно сохранять. Не только как положение в обществе, ваш статус, ваше доброе имя, но и где-то финансы тоже. Личная жизнь, ну, посмотрите, как здорово. Шестерка кубков, да, и двойка кубков. Здесь нам про искренность, дети. Дети почему используются в картах? Потому что только в детстве бывают такие чувства на чистоту, когда лишены меркантильности. И если мы говорим врата, тут врата как будто открыты. И пространство Вселенная нам дает какие-то возможности. Ваша любовная история, новая или прежняя. Тут для кого ни возьми, для всех, понимаете, со знаком плюс личная жизнь, мои дорогие близнецы. И если вы сейчас один или одна, значит нужно, хотя с двумя этими картами, если вы один или одна, это значит вы, скорее всего, чего-то отказались. Что-то вы, ну, с чем-то просчитались, но это ж не конечная точка маршрута, значит нужно придумать для себя, каким образом я буду счастлив или счастлива. Карты настойчиво говорят о том, что не бывает счастья полноценным, если у нас нет того человека, кто за нас способен порадоваться, кто нас способен приободрить, кто нас, опять же, воспринимает искренне. Не за что-то, или за какие-то достижения, или за деньги, или еще за какие-то бонусы. Просто вот так. Искренне обмениваются подарками у нас дети. И врата открыты. Какие-то новости приходят. Птицы на заднем фоне этой карты словно парят. Радостные новости, какие-то приятные события. Что-то вы можете планировать на Рождество, на Новый год. Поэтому, если мы говорим про двери, да, правда, какое-то решение вот из этого лабиринта словно вы будете принимать для себя, и вы почувствуете облегчение в том плане, что для меня теперь какая-то последующая канва моих действий, она более четче. И если мы говорим про двери по королю Пентакли, который все контролирует, двери – это вот это и есть, этот сейф. Как будто даже если финансы есть, нам сказали. Но вот таким рачительным хозяином, как и сохраняя свой собственный статус или всего, чего вы уже добились, так и финансы, мы можем заложить какое-то благополучие. И будет очень важно не включаться в те вопросы, вот как закрыта эта дверь. Ну и ладно. Как будто нужно сохранить все то, что у вас есть. Прекрасная, замечательная неделя. И про любовь, и про достаток. Как бы и для души, и для вдохновения, и для кармана. И по делам тоже что-то решается. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. И будьте счастливы и любимы всегда.